Варенье из тыквы с апельсином очень вкусное, ароматное и пряное. Сама по себе тыква практически не имеет выраженного вкуса, поэтому в варенье обязательно добавляют другой, более выраженный по вкусу, фрукт. Советую попробовать. Такое варенье подойдет и для чаепития, и для выпечки, например. Если вы любите пряности, то при приготовлении варенья, можете добавить корицу, имбирь, бадьян, мускатный орех. И вообще, любимые ваши специи здесь будут очень к месту. Вкусно и просто. 1. Тыкву почистите и нарежьте кубиком. 2. Апельсин почистите и измельчите с помощью блендера. 3. В кастрюлю выложите слоями тыкву, пюре апельсина, немного сахара и так далее, сверху должен быть сахар. Оставьте на 12 часов, пока тыква не даст сок. 4. Добавьте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Варите на небольшом огне 30 минут. Затем разложите по стерилизованным банкам и закатайте крышечками. 5. Приятного чаепития!